Дорогие друзья, здравствуйте. Я доктор Ельшанский Игорь Витальевич. У меня есть хорошая новость. На этой неделе вышла моя книга, посвященная амбулаторной хирургии, флебологии и артрологии. Книга является учебным пособием, издана издательством «Гнорус». Написана достаточно простым языком, поэтому она подходит не только врачам и студентам медицинских вузов, но также с ней могут знакомиться читатели и пациенты, интересующиеся медициной. В книге есть разделы по анестезии, доброкачественным новообразованиям кожи, заболеваниям артерий, кожи подкожной клетчатки, заболеваниям артерий, мамологии, проктологии, заболеваниям органов брюшной полости. В разделе флебология имеются разделы по варикозной и посттромботической болезни, тромбозам. Есть довольно большой раздел, посвященный склеротерапии. А в разделе артрология есть заболевания суставов и околосуставных тканей. В ближайшее время книга появится в интернет-магазинах, на Озоне, в Лабиринте и в книжных магазинах Москвы. Вот, так что покупайте, знакомьтесь. Если какие-то вопросы, пожелания или отзывы по книге, пишите в комментариях к видео. Спасибо за внимание.